Всем привет! Вы на канале Я на кухне, с вами Елена. Сегодня готовлю овощной гарнир. Для этого нам понадобятся овощи, цветная капуста, лук, морковь и чеснок. Первым делом подготовим овощи. Овощи нужно почистить, помыть. Овощи я подготовила. Цветную капусту помыла, почистила и порезала вот на такие кусочки. Чем меньше куски, тем быстрее, конечно, приготовится. Тут уже смотрите на ваш вкус. Далее лук нарезаем полукольцами. Почему-то видео у меня просто отключилось. Морковь нарезаем на брусочки или как вам нравится. В казан или в кастрюлю наливаем растительное масло. Кладем сначала морковь. Так как морковь дольше готовится, обжариваем вот так 3-4 минуты. Кладем лук. Огонь делаем средний. И все вместе обжариваем примерно 5 минут. Лук стал у нас мягким. Кладем сюда чеснок. Соль. Соль кладем по вкусу. Сушеный имбирь. Тимьян. Красный перец. Черный перец. Перемешиваем вот так один раз. И кладем цветную капусту. Наливаем примерно 2 стакана воды. Ждем, когда все у нас закипит. Далее закроем крышкой и будем тушить до готовности капусты. Итак, все у меня тут кипит, бурлит. Огонь я уменьшаю. Закрываю крышкой и готовлю до готовности капусты. Ну, примерно где-то 5-7 минут. Прошло 6 минут. Проверяем. Все у нас на отлично. Выключаем. Перекладываем в тарелочку и подаем к столу. Надеюсь, рецепт вам понравился. Если да, ставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарии, мне будет приятно. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч!